ei saa me läbi Lätita, nii ütleb laulusalm, aga Premium Liiga ei saa ka ilma Lätita sel hooajal mitte kuidagi läbi. Dmitris Kalašnikovs on mees, kes on sel hooajal juhendanud suisa kahte Premium Liiga klubi, kõigepealt Narva Transi ja nüüd Kuressaaret. Mis te teda Eestisse esimesel korral, mis te teda Eestisse tagasi, mida ta treeneriametis hindab, kes on tema eeskujud ja mida arvab emotsionaalne Kalašnikovs üleüldse tänapäeva jalgpallist ja oma tööst, sellest silm peale seekordses osas. Näete Kalašnikovsi, ta on kogu mängu käinud ja kogu aeg käed käivad ja kõva häälega räägib ka mängijate suunas väljakule. Kui jalgpallilinnast Liepajast pärit Dmitris ei oleks 19-aastaselt saanud järjest kahte ränka põlvevigastust, ei pruugiks me temast kui treenerist midagi teada. Nagu selles vanuses ikka, tähendas unistuse kokkuvarisemine noorele mängumehele otse kui maailma lõppu. Treenerist sugulase ja isa toetusel jõudis ta aga ka ise pikapajale treeneri ametini. Мой папа, он сделал много для меня, потому что он с ранних лет меня водил на футбол и на тренировки, и все. Он очень любил футбол, хотя сам не был с ним связан, кроме того, что он тоже играл где-то на локальных соревнованиях. Но он очень любил футбол и поддерживал меня все время. Сейчас его не стало, к сожалению, 2 года назад, но всегда на каждую игру он приходил, как на игрока, как и тренера. И это передалось точно, любовь к футболу точно это от него. Можно сказать, что я прошел все этапы как тренер, начиная от наборных групп, я ходил в детские садики, потому что у нас была конкуренция между хоккеем, баскетболом в Латвии. Это до сих пор никто не знает, постоянно спорит, какой вид спорта более важный для нас и первый. И мы начинали с детских садов, и то есть я вот тренер, который начинал и в детский сад ходил, и маленький футбол играл, где играют на полполе, потом и большой футбол, и был тренером и какой-то этап, и второй команды, пока в 27 лет я не стал тренером главной команды «Металлург», да, в 2012 году. Вот так, если в двух словах об этом, да. Varakult alanud treenerikarjääri tõttu ei pea detsembris 37-aastaseks saa Kalašnikovs ennast nooreks treeneriks. Tema silmis loevad kogemused, mitte sünniaasta passis. И тем более, ну, часто до сих пор говорят, в силу, может быть, моих физических данных, не самых больших, и в силу возраста все говорят, что, ну, он молодой совсем, он молод. Но я себя так не ощущаю, как тренер, потому что я уже 16-й год тренер, это 10-й сезон, когда я во взрослом футболе. Я не думаю, что я... Может быть, я молод для тренера, но я уже не могу себя назвать молодым тренером, да. Потому что я работал с разными тренерами, разной национальности, с разным подходом в разных лигах, на разных уровнях, начиная от Лиги чемпионов, заканчивая, ну, просто играми чемпионата, да. Поэтому, да, конечно, это помогает, потому что, когда ты долго работаешь сам, а я долго работал сам в нашей первой лиге по силе, как я сказал, один сезон в «Металлурге» Липае в 2012 году, да, совсем молодой. Потом какой-то нужен период, чтобы остановиться и посмотреть, что ты можешь и что делают другие. И вот этот сейчас, да, был период до того, как я приехал в Эстонию, три года, когда я работал ассистентом. И... 5, мне кажется, 5 тренеров сменилось в этих командах, если не 6. Да, и, конечно, это тоже большой опыт, это так или иначе тебя обогащает как тренер. Eestisse jõudis Kalašnikovs talvel Aleksandrs Tšekulajevsi kaudu. Kui 2011. aastal siin see liiga parimaks väravakütiks kroonitud ja täna agendina tegutsev kaasmaalane pakkus talle töökohta Narva Transis. Ometigi jäi töö piirilinnas lühikeseks ja lõppes mõneti skandaalsel moel. Praegu vaatab Kalašnikovs juhtunule tagasi juba stoiliselt. Ну, сейчас я могу сказать, что могу быть только благодарен всем, кто был вовлечен в этот процесс, когда меня назначали, и потом, когда мы вместе работали, потому что, да, расставание было болезненным, и ну, для меня, в первую очередь, мне сложно сказать про клуб, но... И для ребят, я не могу говорить за всех, но за большинство ребят, потому что я до сих пор с ними общаюсь, да, и, ну, как мы видим, и результаты не те, которые хотел клуб перед началом сезона достичь, да, но в любом случае я благодарен, потому что без этого отрезка, меня бы не позвали снова
в Эстонию, да. А мне здесь очень понравилось, и, как я говорил до этого, мне бы хотелось сюда вернуться. И поэтому, несмотря на то, что тяжелая ситуация, и команда в тяжелом ситуации была, Куресаара, да, когда я приходил, мне настолько хотелось вернуться в эту атмосферу, что, ну, как бы, в какой-то степени это большой риск. Ну, и я решил, что нужно вернуться. Поэтому, конечно, были разные вещи, но сейчас об этом нет смысла. Уже быстро, жизнь она быстрая, тем более в футболе все меняется. Футболисты ходят, тренеры ходят, нужно быть готовым ко всему. Я думаю, что это был плюс для меня точно. Меня здесь заметили, оценили. А и для клуба, я думаю, тоже, потому что мы были на таких высоких позициях. После меня они так высоко не были, поэтому я с чистой совестью закончил там свою работу. Vahepealsete kuude jooksul Lätis pro-litsentsi kursustega tegelenud Kalašnikovs leidis ühtlasi aega oma elu vahest kõige tähtsamale tahule. Проводил время с семьей, потому что последний, так опять же сложилось, это четвертый год, когда я вдали от семьи, да? У меня двое детей, две дочки, жена, и, конечно, они ждут каждый раз, когда я приеду на какой-то выходной. Сейчас это Нарва была, и Таллин, это дальше, чем Юрмала или Елгава, как было до этого. Поэтому это то было время, когда я мог встать, покормить младшую дочку. Ей полтора года было, когда я был, приехал домой, сейчас два, и погулять. Это когда ты это делаешь каждый день, это кажется, что так должно быть. А когда ты вдали и видишь только по фотографиям, то это другие ощущения. Поэтому это время прошло, может быть, не так болезненно и быстрее, чем могло быть в другой раз. Tagasi Eestisse ja Kuressaarde tulekut nimetab Kalašnikov riskiks, ometigi ei kõhelnud ta võimaluse avanedes hetkekski. Так, если откровенно брать, то ситуация настолько тяжелая, что, ну, можно приехать на два месяца, и я тебя забуду, потому что тренерская судьба, и она такая, что сегодня ты работаешь хорошо, с тобой берут интервью, хотят о тебе что-то знать, а завтра ты проиграл, и про тебя все забыли. Поэтому иногда нужно знать, когда, в какой момент и в какую команду нужно прийти. Поэтому это было быстрое решение, но оно такое не совсем продиктовано логикой. Даже я понимаю это, что это так. Kui treeneril tuleb samal hooajal juhendada samas liigas kahte eri meeskonda, võib see mõnele kõrvaltvaatajale tunduda veidi ebamugav. Kalašnikovsile endale aga sugugi mitte. Да нет, как неудобно, когда ты не работаешь. Тогда ты сидишь, вспоминаешь, как ты там был в Нарве, как там было хорошо. А когда ты возвращаешься в работу, ты забываешь о том, что было вчера. Уже новый день, нужно новые футболисты, нужно новые решать задачи. Уже некогда думать о прошлом. Надо здесь и сейчас опять доказывать снова, чтобы тебе снова кто-то хотел или взять на работу, или чтобы остаться в этой организации, хотел, чтобы клуб остался, ну, чтобы тренер остался в этой команде. Поэтому, да, я не могу сказать, что я думал там о Нарве или о ком-то. Нет, есть новый день, есть Куресаара, и нужно было сразу браться за работу, потому что игры на следующий день уже была игра старта. А некогда было думать. Ehkki ta peab väga lugu ka Pep Guardiola või Jürgen Kloppi meeskondade pakutavast jalgpallist, on Kalašnikovs oma eeskujude valikul lähtunud eelkõige pragmaatilisusest. На каком-то этапе, да и сейчас, наверное, это был Мауриньо, потому что это такой и стиль, он такой провокативный иногда, да, он очень тяжелый, потому что нужно всегда побеждать с таким стилем обращения с людьми, то есть никто, тебе не будет пощады, так и было с ним, да, когда ему тяжело это. Но мне нравилось то, что он, ну, мог в тяжелые ситуации, войти в тяжелые ситуации и выйти оттуда победителем, да, потому что для меня футбол, я не считаю, что это просто только игра, это жизнь. Да? Нужно уметь правильно и жить по жизни. И он, мне кажется, он был в разных странах, в разных лигах, с разным менталитетом, с разным подходом, но он всегда побеждал. Да? Это говорит о его и человеческих, и внутренних сильных качествах. Не только о том, что он хороший тактик там, или психолог. Это говорит о том, что он умеет правильно в жизни себя поставить. Да? Ну, еще
наверное, это Симеоне, потому что очень мало сейчас тренеров, которые, если мы говорим, анализируем, которые долгое время, долгий срок работают в одном клубе. Да? Симеоне – это один из них, у которого у Атлетика есть лицо свое. Кому-то оно нравится, кому-то нет, но оно есть, это лицо. То есть это ясно, что это тренерская команда, это его команда. Она играет так, как хочет тренер, потому что футболисты уходят, приходят, а игра команды, она остается похожей. Eestis on talle kiirelt jäänud külge kaitsele rõhuva mängustiiliga treeneri silt. Sellega ei taha Kalašnikov ise, aga lõpuni nõus olla. Ну, знаете, тоже это так. Мне тоже кажется, что это стереотипы, да, потому что просто ты, ну, сначала всегда строится с фундамента дом. Он не строится там не заносится мебель, не ставится телевизор. Поэтому так сложилось, что я приехал в Эстонию, и начался этот разговор, потому что Нарова немножко поменяла в своем стиле. Но я когда ехал, я уже это говорил в предыдущих интервью, что когда я приехал, я увидел, что Нарова очень сильно играет, умеет играть с мячом, изумительно играет в футбол. Но постоянно, особенно когда они играют с топ-командами эстонскими, с теми, которыми мы хотели конкурировать, и клуб и хочет, постоянно, каждый год, он пропускает то 4, то 5, то 3, то 6 может пропустить. Я говорил, когда ты играешь 4 игры в сезон с Номикалью, Ливадией или Флорой и пропускаешь 18-20 голов, то ты не можешь конкурировать с ними. Ну, это невозможно. Ты можешь играть с ними 0-0. И, может быть, у тебя будут шансы. Но когда ты пропускаешь, как бы ты ни играл в атаке, какие бы мы пасы ни давали, и как бы мы ни играли комбинационно, это невозможно. Да? И поэтому это в первую очередь нужно было это изменить. Я видел, что мне нужно было изменить то, что у них хуже получается. А то, что у них лучше получается, они и так и без меня умеют. Потому что уже взрослые футболисты, сложившиеся. Да? Поэтому пошел этот больше такой разговор. А после чего, когда пришел уже в Куресары, ну, естественно, здесь по-другому и нельзя. Это команда, которая с позиции играет, с позиции соперника более низкого статуса, практически с любой командой, да. Поэтому, естественно, что нам нужно сначала тоже уделить внимание обороне. Хотя вот мы здесь, я сейчас вспомнил, мы говорили с ребятами на одной из последних тренировок. Тоже вот я им говорю, они пришли, мы сидели в кругу, я говорю, ну как вот говорили же, что я тренер какой, оборонительный, да, когда приду, вот совсем недавно, после игры с Виленди, да, они, ну так, ну смущались, не говорили, ну все-таки, я говорю, нет, ну скажите, ну мне просто интересно, они говорят, ну да, вроде как, наладит оборону и все, я говорю, а сколько голов мы забили, ну когда я пришел, считались, когда уже с Виленди сыграли, 8, игр сколько сыграли, 8, Я говорю, так забили один, а до этого сколько забили? 13, а сыграли 24 игры. Так сейчас мы забиваем больше голов? Так какой тренер? Каким критерием мы судим, какой тренер оборонительный, а какой тренер более атакующий? Et töö käib alati kirega, näitab seegi, et juba oma esimeses liigamängus Kuressaarega sai Kalašnikov 25. minutil liigse emotsionaalsuse eest kollase kaardi. Ning see pole jäänud viimaseks. Да, 3 желтые карточки, и я уже думал про себя, что я не хочу быть первым тренером, который за 4 карточки пропустит игру, тем более ребятам будет сложно, у нас нету ассистентов или что-то, чтобы, ну, я стараюсь сейчас менее эмоционально, скажем, мы судьям тоже сейчас легче, за такое поведение красную карточку не покажешь, потому что я никого не оскорбляю, никого не унижаю, ни соперников, ни судей, никого, кто вовлечен в игру, просто эмоционально, сейчас легче показать желтую карточку, так они подходили, каждую игру показывали, может быть, они тоже где-то видят, что у меня уже 3 карточки, так последние игры так меня уже меньше, ну, обращают на это внимание. Может быть, я меньше эмоционально стал тоже выиграть. Tänavuse aasta jooksul on Kalašnikov töötanud nii edujahtiva meeskonnaga nagu Trans kui ka püsimajäämise nimel võitlejaga nagu Kuressaare. Et kumba ta ise eelistab? Думаю, что чем выше уровень, тем не хотел бы сказать, что меньше зависит от тренера, тем больше тренер может положиться на игроков. То есть ты можешь ждать в определенный момент игры, что даже не относительно того, как готова команда тактически, физически, может футболист, если он очень сильный, он может забить гол. Ну, потому что он забивает гол, он
со мной забивает голы, и без меня забивает голы. И приходит другой, он снова забивает. И он, может быть, сильнее другой команды защитников, он забил гол. Это помогло тренеру продлить свою жизнь на неделю или на две. В более слабой команде ты понимаешь, что ты главная фигура, на тебе больше ответственности. Ты не можешь ждать, когда выходит команда Куресары на стадион, на арену, на главную против Ливадии, что кто-то что-то индивидуально сделает. Это невозможно. Должна только за счет командной игры. Наоборот, ты должен всегда предвидеть ситуации, что кто-то ошибется, наоборот, той ситуации, когда ты не ждешь, что кто-то ошибется. Да? Кто-то, может быть, испугается какой-то ситуации в игре. Да? Поэтому, может быть, даже решать более высокие задачи легче с футбольной точки зрения. С другой стороны, есть давление руководителей. Чем выше уровень, тем выше амбиции. Если президент больше вкладывает средств, он хочет больше отдачи, он меньше готов терпеть. Поэтому здесь, думаю, что тренеру главное работать, да, и постоянно работать, быть на виду. Это самое главное. Если он востребован, значит, он хороший тренер, я думаю. А в какой команде? Иногда это бывает случай, в какой команде он более сильный или более слабый. Это не значит, что если он в более слабой команде работает, он слабее, чем тот, который работает более сильно. Может быть, это сложилось. На дистанции, когда долго ты уже работаешь, 10-15 лет, тогда мы можем видеть. Но определенный год или определенный момент может быть по-разному. Elu Eestis on Kalašnikovile meelt mööda. Ehkki koos hiljuti külas käinud abikaasaga jõuti kahe päeva jooksul juba ka vanalinnaga tutvuda, mööduvad tema päevad siiski jalgpallirütmis. Перед сия туа, ей ole see tõttu plaaniski. Но ты не видишь. Есть стадион, есть дом, и есть команда, где нужно решать задачи. Может быть, когда у тебя долгосрочный контракт, или ты приехал перед сезоном, есть 3 месяца подготовки, ты можешь оценить, какова она жизнь. А здесь нужно решать задачу, а не смотреть в целом. Ну, каждый смотрит по-своему, но это футбол, ты тренер, ты не можешь, к сожалению, даже если у тебя контракт на 2 года, ты не знаешь, что будет завтра. И я все эти 4 года не брал с собой семью, потому что я не хотел, чтобы они были в это вовлечены, чтобы они видели, потому что им сложнее это. У меня есть какой-то опыт, а для них это боль. Вот ситуация, которая происходила в Нарве, если бы там была семья, но мне было бы сложнее ее и выдержать, и там, и как-то ее решить спокойнее, потому что, ну, семья и дети, ладно, они, может быть, поменьше, им это меньше интересно, но жена, они намного ближе к сердцу, переносят какие-то, как им кажется, несправедливости, но в футболе это постоянно есть, поэтому они далеко, они знают то, что я только сказал им, или то, что там где-то написано, и то я могу сказать, что это написано, не надо читать то, что там написано. И я знаю, что я готов всегда, что я могу взять сумку, собрать ее и завтра уехать. А семья дома, она ждет всегда отца и все. А так нужно перевозить, потом увозить. Это всегда люди, которые к этому не готовы, они, то есть вот семья, они начинают привязываться к этому месту. Это, как мне кажется, ну, не стоит того, как мне кажется. Arvamuse, et treeneri töö võib oma ettearvamatuse tõttu olla raske, lükkab Kalašnikov aga kindlalt ümber. Трудно, но трудно везде. Трудно кому? Врачу не трудно или кому? Политикам не трудно. Везде трудно, да? Кажется, всем кажется, что хорошо там, где нас нету, кажется, да? Футбол – это и тренер – это мое призвание. Я не могу без этой тренировки, без футболистов, без мяча, без запаха травы, без этой атмосферы в раздевалке, когда до игры. Это люди, которые скажем, смотрят со стороны, они не до конца понимают, насколько это важно, насколько это для людей, это изнутри идет, да, они иногда думают, что несвойственное какое-то вот поведение, эмоциональность тренера, это наша жизнь, этот гол забитый или пропущенный гол, это целая жизнь, да, то есть и там ты можешь неделю потом не спать, в прямом смысле неделю не спать и толком не есть, потому что ты пропустил гол, и ты ждешь быстрее следующую игру, чтобы там ее выиграть или чтобы эта ситуация внутри поменялась. Поэтому, конечно, ты вроде как, ты чаще всего понимаешь, что это трудно, когда опять родные или близкие говорят, ну ты там поспокойнее, ты совсем молодой, здоровье же потом не купишь, ты правда начинаешь думать. Ну да, они правильно говорят, но наступает этот день, тренировка или игра, и все это снова заканчивается, и начинается снова одно и то же. Sellised jutud seekord. Ega meie hooaja lõpuni enam väga palju aega jäänud ei olegi, vaid mõned voorud.
Enne seda, kui hooaja kokku võtame, kõigele joone alla tõmbame, on üks saade veel ees ootamas, kellega ja kellest seal. Et sellega kursis olla, püsige loomulikult Soccernet.ee lainel, vajutage subscribe, siis olete kursis kõige sellega, mida siin peale teieni toob. Täna aga aitäh vaatamast!